для чего мы его брали, это, значит, сев, поставили на него под рульку сразу, междурядная обработка, ну, отвоз зерна, как бы он устраивает на все 100%. Как работяга, трактор хороший. В управлении очень хорошо стоит вообще, что на дороге, что в междуряде, на поле, как бы это, ну, белорус против него, конечно, это совсем другая машина. В этих вещах, где мы его как бы испытывали, доволен на 100%. Так что нареканий к нему вот по управлению, по работе, по тяге вообще нету. Резвый, хороший, нормальный трактор. По мне здесь как бы все вроде на своем месте. Достаточно просторная коробка, мне нравится. Кондерчик все есть, пожалуйста, печечка. Кондер прям вот они не пожалели, там восьмерочку компрессор поставили, прям такой ядрененький. Вот это вот мне тема нравится, вот на холоде меня на большом нету, а тут вот окошки открываются. Местами кондер не нужен, открыл. По сравнению вот с белорусом, у меня есть белорусы, ну, мне здесь лучше.